Время 2 часа 30 минут начала топки. Кочерги у меня нет, ковшиком буду пользоваться. Угли надо собрать поближе к колоснику, чтобы они так быстрее догорели. Топки температура около 1000 градусов на углях. В районе задвижки 230 градусов. Камни догорели. Вернее, сажа догорела. Камни частично красные. Прошло 30 минут после закрытия задвижки основного хода. Температура в середине камней 640 градусов, температура наверху 513. Сейчас будем продувать каменку. Для этого мы полностью открываем задвижку основного хода. И полностью открываем задвижку летнего хода. Термопару пока временно уберу. Сажа выгорела полностью, но при этом видно, что много пепла и золы на камнях лежит. Мы ее будем сейчас продувать дымовую трубу. Для этого лучше использовать ковшик вот такой формы, длинной ручкой. Помещаем ковшик каменку, прикрываем дверцу, переворачиваем. Часть пепла все равно попадает в помещение, но основная уходит в трубу. Таких подбрасываний надо сделать около 5. На самой дверке тоже остается немного пепла. С помощью обычной брызгалки с водой пшикаем. И она за счет пара выдавливает золу обратно. После продувки каменки закрываем обе задвижки и даем печи время для нагрева парной. Это может занять от 30 минут до 2 часов, в зависимости от ее утепления и температуры на улице. Лампочку точно стоит, как бы за счет нее. Хорошо видно все здесь. Печи по-серому, немного пепла после продувки все равно остается в каменке. И полностью чистый пар будет только во время второго захода в парную или после подачи еще одного 2 литра воды на камни.
Напишите в комментариях под видео, о чем бы вы хотели увидеть следующий ролик или полноценное тестирование, например, печи по тандыр или коптильни. Также, если вас интересуют проекты надежных протестированных печей, можете написать мне в WhatsApp или Viber, контакты я оставлю в описании ролика. Все проекты, которые я делаю, в основе имеют не только много раз построенные мной печи, но и, что гораздо важнее, полностью протестированные на протяжении последних 15 лет. Если вам интересны обучающие ролики по кладке кирпичных печей, тогда рекомендую подписаться на этот канал, дальше будет только интереснее.